у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон. Клинтон, по-моему, тогда был. Тони Блэр или кто-то, кто там в Великобритании был. Кто-то там еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны, и Крым, и все остальное. Они взвыли, Лукашенко полетит в Крым. Так вы же закрыли пространство через Украину, через Россию полетит. Так я же через Украину не могу полететь.